Всем привет! Друзья, сегодня вот хотел вам немного рассказать, поделиться. Сегодня был вот у стоматолога. Что-то зуб прям совсем зашатался. Жевательный. На работе не... Ну, отпросился на работе, получается, заранее сделал запись к врачу. Сначала сделали на следующую неделю. Но так как боль уже была, ну, совсем невыносима, я, короче, перезвонил еще раз, попросил пораньше. Мне сделали вот сегодня запись к врачу. Отпросился на работе, поехал к врачу туда. Пришлось зуб в итоге, короче, вырывать. Сделали рентген сразу такой, всесторонний, знаете, такой тоже. У них рентген такой современный. Посмотрела врач, говорит, зуб раскололся, короче, на несколько частей. Но мне это еще говорили в Алмате, когда я был в гостях этим летом. Но мне предлагал там врач тоже, ну, мой стоматолог, вырвать это все. Но я не стал, потому что так как я был в гостях, ну, как бы не хотелось уже в отпуске мучиться этой болью. То все, пришлось, я ему сказал, поставь пломбу, сделаю потом в Германии. Пришлось здесь вырывать, ну, была сложная такая операция. Сейчас все тоже вот болит, ноет. Хочу рассказать суть, в чем зуб вырвать у нас это все полностью оплачивает страховка. После этого, как я вырвал, ну, все это, с этим закончил, мне сразу вот выписали больничный на завтра один день. Я его вот сейчас заехал на почту, отправил, чтобы не ездить 100 раз на фирму. Получается, дали рецепт, выписали тоже на ибупрофен таблетки. Тоже сейчас в аптеку зашел, заплатил, 5 евро стоит он, пачка такая таблеток. Потом что еще? Ну, пломбу тоже поставить обычную, платит, получается, наша страховка. У меня обычная стандартная страховка. За пломбу, по-моему, за самую такую простую она тоже оплачивает. И за удаление зуба тоже она платит. Остальные там все вещи, которые другие, там уже что-то платное, что-то нет тоже. В основном все платное и очень дорого. Именно стоматология, я имею в виду. Что еще? Друзья, немного вот по ценам хочу вам рассказать. Так как я уже сказал, там пломба самая простая, вырвать зуб, это получается твоя страховка платит. Допустим, если ты хочешь камень вот этот зубной почистить, это ты будешь сам платить, 100 евро это стоит у нас, ну, на данный момент сейчас. Потом, помимо этого, коронки стоят у нас от 700 евро тире до 1000 евро. Потом импланты стоят везде разные суммы, но это примерная сумма, в общем, так и есть. Импланты стоят 3500-5000 евро, около того где-то. Вот такие вот цены, друзья. Вот недавно было тоже у жены она делала в Казахстане коронку себе ставила, все было хорошо, все нормально, поставили все, просто она потом со временем вылетела. И нам пришлось сюда идти к врачу. Я к своему стоматологу пошел, попросил, чтобы он просто взял клей и посадил обратно эту коронку на зуб. Они сказали, мы так бесплатно, ну, ничего делать не будем, то все. Короче, в итоге мы отдали 80 евро за то, чтобы они просто ее намазали опять клеем, уже готовую коронку, все полностью, и обратно посадили на зуб. Вот так вот, друзья, здесь бывает тоже. Когда детям, допустим, выписывают вот такие рецепты, допустим, на какие-то таблетки или там еще что-то, вот сколько раз у нас все это было, у нас все бесплатно полностью, для ребенка вообще полностью там до какого-то определенного возраста вообще бесплатно все медикаменты, все, ну, по рецепту, по выписке врача. А у нас вот я пришел сейчас, но я тоже доплатил, я не знаю, сколько на самом деле стоит, я доплатил 5 евро, не совсем бесплатно, но доплачивать какую-то сумму надо. Ну и все, в стоматологии у нас я снимать, ну, у меня не было даже желания, не мог, потому что у меня болел зуб ужасно. Так же, как и везде. Ну, стоматология хорошая, но там, смотря на кого врача нарвешь тоже. Вот этот врач, который мне сегодня удалял зуб, была нормальный врач, я ничего такого не почувствовал даже, в принципе. Все хорошо сделал, все быстро. Только вот, правда, сейчас уже, когда отходит, все болит. Ну, вроде вот все рассказал, такие вот стоматологи здесь, такие вот, в принципе, здесь приходишь. Если бы все нормально было, если бы ничего не болело, ну, в смысле, мне просто зашивали еще этот зуб, вырвали и зашивали. Поэтому она сказала, лучше не выходить на работу и никаких нагрузок тоже не делать, чтобы не было ничего такого, никаких последствий. Поэтому выписали больничный, позвонил сразу шефу своему. Он сразу сказал, все хорошо, я понял. Ну, на один день всего лишь завтра. Отдохну дома, полежать надо, сказала. Ну, чтоб заросло все. И все, позвонил на фирму. Сейчас вот, правда, больничный надо. У нас на работе тоже у всех по-разному. У нас на работе есть такое правило, то, что ты должен в первый же день, ну, сообщить об этом, и по возможности в первый же день прям отправить сразу в больничный. Ну, конечно, если не сможешь, ничего страшного не будет, там, в течение 3 дней вообще положено, но желательно в первый день. Я приехал на почту, отправил его, чтобы не ездить, потому что не хочу ездить, желания нет.
Вот так вот, друзья, вроде рассказал все так, по мелочи. Всем всего хорошего, всего доброго, до встречи.